Развитие инновационных технологий превращает фантастику в реальную жизнь. Виртуальная реальность – довольно популярное явление, которое вскоре может появиться во многих игорных заведениях. Например, известный провайдер игрового софта компания IGT уже начала внедрять подобные технологии. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать новые выпуски, а также жмите на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе выхода новых роликов. Пока существует только одно казино, в котором можно играть с использованием очков виртуальной реальности Oculus Rift. Это клуб Slots Million. Используя такие очки, можно почувствовать себя посетителем настоящего наземного казино. По такому казино можно походить, выбрать автомат и даже присесть за игровой стол. Сегодня в клубе не так много игр, поддерживающих инновационную технологию. Среди самых известных – Starburst и Jack and the Beanstalk. Управлять автоматами можно с помощью обычной клавиатуры или контроллера. В Slots Million имеется инструкция, которая поможет разобраться с управлением, поэтому при желании и наличии очков виртуальной реальности каждый может попробовать поиграть, чтобы понять, что это такое. Если пользователь не подключит виртуальные очки, то он все равно сможет запускать в этом казино любые автоматы. Слоты, которые поддерживают игру в режиме виртуальной реальности, будут выглядеть просто, как обычные аппараты с 3D-графикой. Интересным является факт, что игроки, использующие такие очки, смогут видеть других посетителей, которые тоже зайдут в игровой зал с помощью Oculus Rift. В то же время, большинство функций и опций, которые считаются обычными в стандартном онлайн-казино, в виртуальном формате пока, к сожалению, недоступны. Например, для того, чтобы получать бонусы, пополнять счет и выводить выигрыши, геймеру придется использовать стандартный интерфейс интернет-клуба. В ближайшее время возможно появление новых казино, в которых будет возможность играть с использованием оригинальной технологии виртуальной реальности. Так как времени прошло совсем мало, пока сложно говорить о том, приживется ли в среде геймеров подобный формат игры или нет. Однако воротилы азартного бизнеса уже давно отмечают, что спрос на традиционные формы игры падает уже несколько лет. Сегодня все большее число геймеров переходит на игру на смартфонах и других девайсах. Возможно, завтра игроки переместятся в казино с виртуальной реальностью, так как это действительно увлекательно и оригинально. Стоит помнить, что в наших видео речь идет только о лицензионных казино. Рейтинг надежных казино вы можете найти в описании к этому видео. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал и удачи вам!